Ядрить, колотить! Пришелец военный, да я портал пушка? А где моя портал пушка? Где воен? Ничего не понимаю, ёпка, куда он пропал? Дверь была закрыта. Как он отсюда выбрался? Тут вот пришелец был, я такой что-то не верил этому военному. Такой потом оборачиваюсь, тут пришелец такой, и в обморок упал. А где они? Ничего не понимаю. Кто не понимает, здорово. Всем привет, с вами снова я, Эдуардо Перетьяно. Я, короче, вообще ничего не понимаю, что сейчас произошло. То ли у меня галюны какие-то. Вы помните, да? Кто не помнит, то посмотрите предыдущую серию. Вот тут подсказка надо мной. Нажмите, посмотрите. Там, короче, военный был. Потом пришельцы появились. Я испугался, в обморок упал. Посмотрите предыдущую серию. А сейчас ничего нету. А тут, в секретном... Тут тоже ничего нету. Слушайте, мне кажется, Эдуардо Перетьяно просто-напросто нужен отдых, потому что с ума можно сойти. Это чё такое? Как это мне видится вообще? Пришельцы там. Ой, господи. Еще и сигары нет в этой серии. Чё мне покупать? Ладно. Дурдом. Вообще не понимаю, Вы, короче, давайте вы поставьте лайкусики прямо сейчас. Поставьте, пожалуйста, лайкусики, чтобы спасти Эдуарда Персиана. А то Эдуарда Персиана вообще уже крыша едет просто. Вот, поэтому, да, ставьте лайкусики прямо сейчас. Поставьте много лайков, и Эдуарда Персиана выпустит новую серию и не убежит в дурку. Потому что я пришельца увидел, ёпки, понимаете, пришельца. У меня до сих пор с башкой дурдом какой-то творится, ладно. Мне надо просто отдохнуть. Я знаю, возле моего дома, там где-то в другой части вот города Жапосранска, я видел то, что там есть хорошее местечко для отдыха. Речка такая, травушка, птички поют, можно прилечь, отдохнуть, я возьму себе пожрать что-то и просто полежу, проветрюсь, и мне кажется, мне самому же лучше станет. Поэтому нужно вызвать такси, давайте вызовем такси. Ага. Заказал такси через Юбер этот ваш, он скоро приедет. Вот, в общем, надо Эдуарду Перетьяно немножко пойти отдохнуть, потому что жесть какая-то, вообще не понимаю, что со мной происходит. Ладно, подождем такси. Сколько времени? Приехал там такси, не приехал? А, такси уже тут. Опа, здорово. Давай, таксист, ёпты, вези меня. Хорошо. Сейчас направо нужно, направо, вот, да, туда, прямо вези меня. Вот тут можно остановиться, это вроде вот эта церковь. Вот тут остановитесь, пожалуйста, вот тут остановитесь, да. Так, деньги, забирайте деньги свои. Так, 1-2 бакса. Так, где же... А, ты дебила! Понятно все с тобой. Понятно, да. Ладно. О, кстати, вот это место. Я помню, я знаю. Я хоть и недолго уже в Жапосранске живу, но я помню это место. А тут, кстати, где мой архив? Я что-то просрал свой архив. Так, надо будет его найти. Так, местечко. Я, к сожалению, ничего не взял. Ни лимонада, ни бутеров. Но мне кажется, тоже нормально, в принципе, будет. Хорошее место, речка такая. Ох, сейчас полежу, позагораю. Водичка. Кайф просто. Вот давно мне нужно было так сделать. На отдых пойти. Давно мне нужно было. Как тут кайфово. Ой, ветерок такой дует прекрасный. И что самое главное, людей вообще вокруг нет. Тишина. Так. Не успел сказать, что тишина, сразу кто-то там появился. Кто там, ёпта? Да. Ч
Чпочки. Кого? Чпочки. Кто там? Чпочки. Здесь нечистая сила! Чпочки, чпочки. Ты кто такая, ёпта? Привет, дяденька! Я Женечка! Привет! Я вижу, что ты Женечка. Девочка, ты еще одна тут сама гуляешь в темном лесу, где родители где-то? Меня мама отпустила, я собираю грибочки, смотри, грибочки. Сама? Сколько тебе годиков, девочка? Мне 8. И ты сама в лесу ходишь и собираешь грибочки, девочка? Женечка. Тут нормально, тут не страшно, мне нужно. Иди сюда, девочка, иди сюда. Выйди с этого леса, то сейчас тебе там волк какой-то сраку откусит. Иди сюда. Дяденька, давайте вас грибочками угощу. Вкусные грибочки, я только сейчас собрала. А что за грибочки? А вот такие вот грибочки, боровики. Не-не-не-не-не-не-не, девочка, я не люблю. Не, я люблю грибочки, но давай не в этот раз. Я просто тут буду отдыхать, ты можешь тут гулять, только не шуми, пожалуйста. Я немного позагораю еще, хорошо, девочка? Не, давай я тебе все-таки дам грибочки, но у тебя как раз вот-вот смотри. Ты посмотри, какой у тебя пикник. Я тебе вот сюда в корзинку положу, а ты бери. Это даже не мое, я сюда пришел, ты тут уже валялась. Ну не важно, это не важно. Просто бери грибочки, они вкусные. Грибочки горишь вкусные. Подожди. Да. Грибочки. Реально грибочки, смотрите. Я думал, она... А чё, их сырыми так пробовать можно? Ну ты их можешь прям сырыми хавать, нормально. Да? Я так ем. Мне нормально, вот я гуляю весело. Да, весело тебе, девочка. А чё же, мне кажется, это шампиньоны, да, какие-то? Нет, это боровики, а вот это вот... Я тебя не знаю, вот это тоже набрала, но не знаю, как называется. Ну как? Ну слушай, неплохо. Ну ты говоришь, на шампиньоны смахивать на самом деле. Да? Ну, да. Возможно. Я просто не разбираюсь, я же девочка маленькая. Я вот в лесу у нас вообще прикольные грибы растут. Самые лучшие грибы вообще во всем же Пасранске. Да? Да-да. А, кстати, спасибо. Отличная сигарета. Послужит мне хорошую сигарету. У меня просто сигара. Сигарета. Мама говорила, что сигарета это плохо. У меня натуральные, у меня грибные сигареты, понимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой, такие сигареты точно нельзя. Ой, господи. Вот что мне башка что-то. Ладно, девочка, приятно было познакомиться. Я, если что, Эдуарду Перетянова, тебе моя визитка. Нет визиток у меня. Вот. Просто спасибо, девочка, что вас. Как грибочки-то? Да вкусные, но что-то не так. На сон меня тянет. На сон меня немного тянет. Ты поспи, это нормально. Да-да-да-да-да. Хорошо, девочка, еще немножко посплю. Спасибо тебе. Хорошо. Давай-давай! Развлекайся! Ой, а чё так в глазах рябит? Подожди, псина! У меня зрение даже хреновое стало! И с очками, и без! Чё такое? Гэф! О, пёсик, дорога. Слушайте, эти грибы меня так вырубили, я просто вырубился, сколько я спал, а? Привет, пёсик, привет, хороший пёсик. Гав, ёпты! Идричка, отдать! Какие гав, ёпты! Слушай, у меня тут жопа чешется, почешешь, смотри, у меня просто блохи завелись, блохи. Понимаешь, блохи, вот не могу, чешу, не чешутся. Гав. Так, подожди. Повтори. Жопа чешется, вижу жопы. Гав. Нет, речка, это... Ты кто такой? Ты понимаешь, вши завелись, я тут бегаю по этому полюсу. Бах, эти вши нападают, и у меня просто жопа чешется. Почеши, пожалуйста. Чё в газу? Чё всё серое какое-то, фиолетовое стало? Небо оранжевое. Ты же ненормальный, что ли? Гав, ёб, ты почеши мне жопу, пожалуйста. Что со мной происходит? Что с тобой происходит, гавьёпты? Это ты почешешь жопу или нет, на блохе? Я не верю, это ты разговариваешь? Кто это разговаривает? Да. Кто? Вы выходите, кто тут дурачится, собаку озвучивает, а? Кто это? Гав.
Почему, Боба, пожалуйста? Уходи, демоническая сила, сгинь! Сгинь, демон проклятый! Ладно, как хочешь. Сгинуть так сгинуть, вообще без проблем, как бы. Уиу-уиу-уиу, гавгая. Дебили. Чё переливать? Чё за... Это... Акира! Господи помилуй... Акира! Кто ты такая? Я тебя плохо вижу. Ты что такая? Симферополь! Какой Симферополь? А я тебе как курица, Кокера! Ты курица? Кокера! Ты реально курица! Кокера, чёрт! Кокера, Кокера! Ааааа! Ты... Сгинь! Сгинь, нечистая сила! Чё это такое? Пожалуйста, грибы, от гриб... Чё? Так, надо прилечь, я вообще не пойму, раз. Все кончилось? Твою мать! Куда меня перенесло? Где это? Алмазы на деревьях, изумруды на полу валяются. Алмазные деревья! Да я сейчас это все пособираю, я богатым буду! Алмазные деревья, в смысле, где? А где? Куда меня перенесло? Я только что был в жопосранске, где очутился. Алмазные деревья! Все, плохо. Нет, вот сейчас я не хочу засыпать, алмазные деревья, под песню эту. Женечка! Женечка, это ты, Женечка? Женечка, это ты, Женечка? Женечка, это я, да, Женечка, Женечка, ты подожди, смотри. Женечка, подожди. Слава богу, все нормально. Я в обычном мире. Ну ты и был в обычном мире, все хорошо, дяденька. А, то есть тут псов говорящих нет и куриц, да? Понятно. Нет. Ой, ну хорошо. А где ты, Женечка? Где ты, Женечка? Я сзади, дяденька, я сзади. Да, Женечка, подожди. Здорово! Ааа!